Сегодня 24 апреля, ровно месяц после нашего последнего обзора о зимующих растениях. Посмотрим, как цветут. Вот спирея расцвела. А это грубые подснежники, чудесные мускари. Вот они, такие листочки остренькие. Мускари. Лапчатка сибирская еще не цветет. Лапчатка сибирская. Лилии. Посмотрим, как перезимовала яблоня. Вот у нее такие почки набухшие. Проснулась яблонька. Лук, чеснок, виноград прекрасно растет. Яблоня. Это так расцветает. Вот распускаются листочки смородины черной. Желтая алыча. Вот в апреле такое. Такие почки. Обильно очень. Она выросла заметно. Другой куст смородины. В апреле месяце. А это облепиха. Вот почти с меня ростом. Молоденькая облепиха. Это маленький кустик облепихи. Нет, это смородина. Вот облепиха. Вот она. Ой, как поют птицы на все голоса. Лес наполнен птицами. Сороки трещат, дрозды, ну, это воронье карканье, все слышат, свиристели, сойки, синицы. Лес дышит весной. Прекрасно. Послушайте, как поют птицы. Весна.